Глава города-героя хочет баллотироваться в Государственную Думу. О своей просьбе Синеговский рассказал главе региона сегодня во время рабочей встречи. Если есть доверие и возможность, я бы просил вас поддержать меня, баллотироваться в Государственную Думу по Туапсинскому одномандатному округу. Я готов быть вашей командой для дальнейшего решения тех незаконченных задач, которыми я сейчас занимаюсь. Губернатор с пониманием отнесся к такому решению и согласился с Владимиром Синеговским. Глава региона отметил, что сегодня Новороссийск – город с хорошо работающей экономикой. И во многом это заслуга мэра. И находясь в Госдуме, в случае победы на выборах, Владимир Ильич сможет сделать еще больше для развития Краснодарского края. Учитывая ваше желание, я соглашаюсь с вашим предложением. Понимаю, что есть время, которое человек активно занимается проблемами, но есть вещи, которые, безусловно, имеют временной характер. То, что сегодня вы сделали для Новороссийска, это, конечно, результат вашей ежедневной работы. Это ощущение земли, ощущение улиц, ощущение жизни людей, проблем, конкретных людей, конкретного человека. Это очень важно, чтобы в Государственной Думе были именно такие люди, которые понимают, как живет сегодня и село, как живет сегодня город, провинциальный город или портовый город.